ir un šobrīd vārdi kā akmeņi neklibūs, neklibūs. Julijs Krumiņš man ir uzaicinājis uz Jūrmalu, lai satiktu viņu un viņa draugus. Leģendāro dziedātāju Laimu Vaikuli un multimākslinieku komiķi Maksimu Galkinu. Man ļoti interesē, kā viņi iepazinās, kā viņi svin dzimšanas dienas, ko dāvina viens otram un kā pagāja 75 gadu jubileja Julijam Krumiņam ar viņa draugiem. Здравствуйте! Labdien! Man prieks atkal jūs satikt. Katrīna, Maksim. Un sunis čia. Здравствуйте! Спасибо, что приняли меня тут в Лаймовской резиденции. О, правильно говорю, это резиденция, оказывается, я не знал. Да. У вас тут часто такие тусовочки? Ну, мы вообще отсюда не выходим. Ага. Конечно. Более того, вот у меня были концерты в Литве, и мне было удобно прилететь в Ригу. Я просто у Лаймы тут жил. Алла знала это? Алла? Да, что так это она жили? И придумала. Вот именно это. Это Алла идея. И придумала, а чтобы нам... я здесь это надежно под присмотром. Под присмотром. Да. Пока он на концерте. Опять-таки, с Андреем можно развлечься, а я присматриваю. Конечно, ну тоже с Андреем можно развлечься, можно понять ну, по-разному. Смысле, да. Ну, у нас свои развлекалки. Да. Ņemot vērā to, ka Maksims Galkins ir liela mēroga komiķis, es īstenībā nesaprotu, vai tas bija joks, bet tā bija taisnība. Ну, нам вообще передача про вся про Юлию. Как? Мы очень хотим знать все, что вы знаете про Юлию. Мы хотим знать, как вы познакомились, что у вас совместное. Может быть, я бы даже с Лаймы начала. Конечно. История вашего знакомства с Юлием. А где с Юлей? Как это сбили? Ты уже состоялся в Диагаре. Юра Сперле, когда она была руководителем. Ага. Это сбили тогда сын? Да. Юра Сперле, мы с Бием вел обе две яуну скайст, так это такая скайст. Он, когда ты с яунс, там весь самнов та одно зим, ты паскин гарам, чао, виси айзнем. Tāds pats Jūlijs. Jūlijs šodien tāds pats, kā bija tad jūras spēles laikā. Jūlijs ir ātrs, bet ļoti labs. Mm-hmm. Un visu dzīvi būt tik labestīgam, atsaucīgam, kā Jūlijs, tas ir nu, rets cilvēks, vismaz manā dzīvē. Vai ne? Vai ne? Bet Jūlija varbūt savādāka atmiņa ir pirmā tikšanās ar Laimu. Oi, man bija tāds balets, tik smuks meitenes, kāds viņam atmiņas ir aizņemts. Nu, noteikti, ka. Man bija, ne, nu, viss nevar stāstīt. Ja, nu, man bija, ne, tas ir pagājis, klausies, un tās polīte tagad ir Amerikā, tagad tu nav ko. Pāris romāni tev vēl bija pa ceļam. Pa ceļam bija. Ваше знакомство с Юлием? Юлий, он у меня всегда ассоциировался как человек, который настолько пророс здесь вот корнями. То есть ты когда не приезжаешь, куда бы ты ни приехал, в Юрмалу, или, ну, может быть, это были те места, куда мы попадали, он там уже сидел. Да, и более того, он всегда вокруг себя вот эту почву плодородную производил. То есть вокруг него все время какое-то действие, все время какие-то творческие процессы, какие-то праздники. Обязательно вокруг него вкусно, интересно, потрясающие весело. Люди, весело, да. Ну, Юлийс, man liekas, ir diezgan liels Latvijas patriots. Viņš, kur ir mēģinājis aizbraukt, viņš vienmēr atgriežas. Un ar to varētu būt, ka tā arī ir taisnība. Ka viņš tiešām ir tā tāds augs, kas ir ieaudzis Latvijā un par viņu jā, vēl atcerēsies daudzus gadsimtus vēlāk. Я помню, мы жили в замечательной гостинице, у него останавливались. Он лучший номер нам тут же презентовал. Потом мой, выяснил... свой, да, свой. Я, подожди, это же интрига, подожди. Потом выяснилось, что это вообще не номер, а то он там живет. Он просто выселился, чтобы нас поселить. Да, это мне что нравится, что проходят годы. Вот первый раз он там выселился, чтобы нас поселить, лет 15 назад. Первый раз там мы у него были в гостях 20 лет назад с лишним на озере в его потрясающем этом доме. Да, Балтазар. Значит, то есть это было тогда. Mm-hmm. Сейчас смотрю, у него также замечательно, вот он красивый My какой-то Redesting. Номер, да, придумал там Инесса Галанте. То есть он такой вот человек, гений мест. Ну и вообще посмотрите, это же. Ну, смотри, я хотел сказать, что ты похож на Аль Капоне, но в связи с некоторыми обстоятельствами это плохая. Слушай, но все гении все-таки, если они евреи.
В большинстве. Но ты же не еврей. Вот это хочу сесть, вот тебе сюрприз сделать, я слушаю. Ты хочешь снять штаны? Доказать? Доказать, как ты еще... Я не знаю, так, интересно. Первый раз слышу. Будет вот смотри, это дерево, дерево, как древо. Называется, дерево. Ну понятно, это, вот родственник. Вот Юлий Крумич. Да. А вот прапрапрадед у меня, вот я отметил где-то, да, где-то галочка стоит. А вот галочка. Вот, галочка. Давид Крумич. То есть у латышей не было Давидов, слушай. А, подожди секундочку, я сейчас разберусь. Jūlijs Krūmiņš un ebrejs, ko? Kāds sakars? Kur, pa kuru laiku? Tak, David Krūmiņš, un, значит... Moj prapradien. Da, u него было двое детей, да? Иван и Юрий. Так, ну такой еврей сына Иваном назвал, так. И они, значит, ага, слушай, действительно? Да, да, да. Но смотри, по законам Израиля ты уже свое еврейство потерял. Это очень давно уже было. И по восходящей отцовской линии. Ну, что поделать. Поэтому, но через меня... Был бы татарин, что... было бы все нормально. Да, ну классно. Не, ну ка, пец ка эбрея вар нотейт ари бернибай издаритам травмам, ко вацак издар бернибай, а бернам, ну тад... Varbūt. Bet es droši vien būtu pakautrējusies, ko tādu paprasīt. Maks jums nekautrējās. Я сегодня, я знал, что я буду говорить про него, но я думаю, документальный фильм, что я буду выпендриваться. Если я знал, что будет такая полоска. Я тоже знала, что он будет такой это, красивый. Это да. Что-то... Это... Он вообще всегда такой красивый. Да, 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 да. Юля всегда приходил на мои концерты, мне было очень приятно это. Я его поздравлял и с несколькими юбилеями, и надеюсь, еще долгие годы будет такая возможность поздравлять. Да. Юбилей, 75 лет. Когда был Юлий, вы выступали тоже. Был такое, да. Вы он выступали... вел передачу целый да. час, да. Да. Вы выступали как друг или вас наняли? Юлий всегда приглашает. Всегда приглашает, и это замечательный человек. Если покормит, уже хорошо. Знаете, мы артисты люди непритязательные. Нам бы лишь бы погулять, выпить, вот. Жил-был латыш тут один, домик имел и понты. Man ļoti patīk Maksims Galkins. Šis savs cilvēks, viņš par zupišķīvu arī strādā. Normāls arī. Другое дело, конечно, что-то он подарил после этого. А, но я это вспомнил, книжку, книжку, биографию. Вот, свою, да? Нет, это мою. Это конечно, новое. Свою, у меня это еще нет. Новое. А вот это что-то новое. Вот, может, дерево посадит. Но получается, значит, вы ведете весь праздник. Ну, не весь вас... праздник, у меня был целый да. блок, я блок, говорил да. именно про него. Да. То есть это же не дежурное выступление артиста. Да. Я, так как Юлия знаю, семью. Про семью, там шутки были, связанные да. с его жизнью. Жизнь-то богатая. Вот я про это как раз думаю. Он, может быть, потому подарил потом книжку, чтобы что-то ты не знал. Вот тебе книжка, почитай еще про меня, следующий день рождения, может быть, такое или нет. Mans otrais joks neizdevās. Es mēģināju viņam turēt līdzi, bet manu humoru nesaprot. Labi, es centīšos palasīt humoru grāmatas. Как трудно по-латышски научиться фразы и вообще разговаривать? Уже говорят, что латышки трудные вообще. Да, слушайте, ну, любой язык, если ты его не знаешь, он трудный. Ну как, это же своя культура, много слов непонятных, своего произношения. Меня Лайма тут обучала. Вот это да, да я... это тоже слышали. Да, нет, ну, конечно, латышский язык, он такой интересный. Мне очень нравится. Я год от года, я, конечно, шучу, я что-то знаю, понятно, что с каждым годом все больше. И теперь уже литовский. Да, латвейший Волода, Ирмани, Яуар. Пирмо Элпас Вилциену. Кстати, у вас хороший, даже да. акцента нет такого русского. Ну, акцента. Такого прям русского. У меня свой акцент. Литовский. Потому что у меня литовский акцент, потому что я только что был... В Паланге? Нет, у меня так получилось. Я выступил в Цесисе на следующий день в Паланге, а на следующий день уже в Юрмале. И мне надо было с латышского перескочить на литовский, а потом с литовского, потому что много в программе было всяких слов. Ну, ничего, прикольно. Тут, значит, я пел там...
значит, да, и про ту ветру, и я пел Ольгу Раецкую, то есть вот это вот «Ап вирокас, ап каклу, не клаусис сауле пулс, не руна шобрит, вардика акмени, не клыбус, не клыбус, силдис пьеманам луп». Упам, вел мирклы, он тат лайк свет. Да, и на следующий день... Да, спасибо. Такие сели, да? Да, да. А на следующий день мне надо было уже жару щелки низ, йося ранкас, йосли клаю низ, ногти отвяз, вели мантейпста коз, того дай нос, гял я сперней, сутяму от картоз. Сложно, но ничего, мы справимся. А как да. не перепутать? Что тут, как это можно перепутать? Это литовский, это латышский. А это они мы доберут хеме в ритах шаф, а валь гаймет, они луми винов мелами маши, они умер. Это уже наша. Иврит, да. Наша с, да, с вашим да, праком. С Давидом. С Давидом, с Круменьшим, язык наш. Да, да. Es vispār šokā esmu, kā viņš var atcerēties, nu kā vot, visās valodas arī, nu var jau sajukt. Un cik talantīgs cilvēks. Ja. Šodien Julijs Krūmiņš man ir uzaicinājis uz Jūrmalu, lai satiktos ar viņu un viņa draugiem. Leģendāro dziedātāju Laimu Vaikuli un multimākslinieku komiķi Maksimu Galkinu. Ļoti interesē, kā viņi pavada kopā laiku, kādas izklaides ir viņu mājās un ko viņi dāvina varbūt viens otram dzimšanas dienā. У вас все, когда есть праздники, какие подарки вы дарите друг другу? О. Ну, это, как правило, ну, мы дарим то, что человеку нужно, то, что... Стараешься угадать. Да, и к тому же, в принципе, всегда приятно, когда человек при выборе подарка тратит свое время на то, чтобы его выбрать. Ну, то есть, как внимание. Бы, тратить внимание, это самое главное. Es pilnībā piekrītu Maksimam, nav svarīga cena, bet tas, ka cilvēks par tevi domā un viņš var tevi iepriecināt. Vai, lai tev patikt, jo bieži vien mēs dāvinam kaut ko, kas mums patīk, nepadomājot par to cilvēku. Либо пусть бабки дарят, тоже хорошо. Тоже хорошо. Конечно. Это самый даже... лучший, я всем говорю. Да. Мне всегда не хватает сигары. Да. Купил сигары, все, я уже доволен. Уже. И главное, никогда не видно его без сигар, но и никогда не хватает. Это как у девушки, никогда нет что одевать. Юлий очень любит сигары. Да. Как выбрать для такого человека, который уже знает сигары, а если ты, например, не куришь, как выбрать вот самый лучший сигар? Кубинский подороже. Конечно. Вот эти, Каиба, не промахнешься. Es vispār nezināju, par ko viņi runā. Ne tos cigāru nosākumus, ne kad to kastīti sauc tā, kā viņi sauc, vēl vien neatceros, kā viņi sauc. Jā. Значит, цене важна цена. Ну, слушайте, если я 23 года назад, когда был на Кубе, если ты через дырку в заборе покупаешь, там цена такая, фу. Копейки, да. Конечно, оно стоит в 10 раз дешевле. Да, но там можно бить пальма, а не табак. Я купил так. Да? Я купил целые 5 пачек, привез сюда за 5 долларов пачку. Не, привез 5 пачек и не мог покурить. Пальма там, не табак. Да, а но это совсем, это не да. тот забор был. Нет, я брал. Тогда в 2000-м 50 долларов стоило. Вот да. такая коробка 50 долларов стоила. Которая в то же время в дьюти-фри или где-то стоила 850 долларов. Конечно. Видите, в чем хорош социалистический строй? Что есть дырка в заборе. Это единственное. Ну, эстетика, это вариант будет Куба. Arī šeit, ja tā ir prasa uz laukiem, bet Anna paprasīs viņam glāzi piena, izslaugtu tikko, ja viedos par pāris centiem, aizies uz lielveikalu un nu, 2 eiro šķirsies. Tā kā. Manuprāt, Julijs Krūmiņš ir viens no spilgtākajiem un slavenākajiem Latvijas miljonāriem. Viņš nekad nav baidījies stāstīt, kā viņš ir ieguvis savu bagātību un kur to arī tērē. Viņš ir uzbūvējis milzīgāko villu Baltezerā ar 14 vai 15 mājām, ja nemaldos. Viņa seja bija visos 90. un 2000. Gadu žurnālos. Viņš ir pat princi Čārlzu vadājis savā laivā. Tad iedomājieties, kas ir Julijs Krūmiņš. Julijs Krūmiņš ir tiešām spilgta personība. Es pat teiktu Latvijas Hugh Hefners, jo viņš ir ļoti simpātisks vīrietis un думаю, ка ir lauzis daudzas sieviešu sirdis. Смотря на ваших друзей, на Раймонда, на Юлию, на Раймонда, чем латыши особенные? Это безусловно прекрасное нордическое такое чувство юмора.
так как латыши могут шутить, не меняя выражение лица, это совершенно замечательно. И это свойство именно латышей. И вот Лайма для меня пример такого вот покер-фейс, чувство юмора. Юля, он другой. И это энерджайзер. Он просто... Он вообще по темпераменту грузин. Он вообще не латыш. И не еврей. Давид грузин был. Может, Давид был грузин, кстати. Да. Потому что это вечный двигатель. Перпетум мобили. Нет, это... Я бы так никогда не сказал вообще, что он латыш. Вот он нетипичный латыш, Юли. А вот, например, Раймонд, его... Извечный друг, заклятый друг, да. Раймонд, вот это его, ну, манера, знаете, что он так это... Ну, вообще, он когда с тобой разговаривает, у тебя, ну, даже когда он хвалит, у тебя полное впечатление, что он тебя сейчас обсирает как-то. Ну, так и не скажешь. Я уже, ну... Поначалу я думал, что он не очень меня любит, но потом, когда это, ну, дружба, это, знаете, такое все-таки свойство, но проверяется действием. Ну, вот, допустим, я сейчас не Галкин, я Раймонд, и вот сидит этот человек, ну, я не знаю, он меня просто преследует всю жизнь. Он как, ну вот как этот винокур преследует Лещенко, тот жаловался, кстати, тоже очень. Лещенко говорил всегда, ну он просто достал меня, просто невозможно уже этот. Ну а чё? Так и Юлик, я не знаю. Если бы, ну это я так вам скажу, если бы он был бедный, я бы его уже давно нахрен послал. Но у него столько денег, неудобно как-то. Недальновидно. Тому приходится его терпеть. И все-таки то. Ну и как-то уже свыкся. Он вроде человек, ну, как сказать, ну, нормальный. Просто все остальные люди такое говно, что он на их фоне неплохой человек, кажется. Ну, Раймонд. Ну, примерно вот так вот, понимаете? И ты можешь воспринимать Браво. Это. Ты можешь Просто. Это воспринимать всерьез, да. а понятно, что это. Да. И вы знаете, вот этот характер латышский, который я наблюдаю в разных латышах, безусловно, он сложился. Не просто так. Он сложился в силу исторических причин, тяжелейшей истории Латвии 19 века, 20 века прошлого, и оккупации. И это настолько народ выстоял именно, и настолько, как это сказать, воспитал в себе. Я не знаю, может быть, латыши раньше были не такими 100 лет назад, но они такими стали. Но šajā brīdī es sajūtos ļoti labi, ka esmu latvieta, jo Maksims Galkins tāda mēroga zvaigzne, ļoti atzinīgs vārds runā par latviešiem. Tāpēc jā, ar lepnumu var teikt, esmu latvieta. Мы евреи. А я, когда я плачем. Да, мы евреи, да. Нет, мы не плачем, мы закалялись чуть дольше всё-таки. Потому что нас то туда, то сюда, еще никого здесь не было. А вы сдали этот экзамен экстерном. И поэтому мы по духу очень близки. Ши бе īпаш диен, кад виси копа би Юлийс Круминьш, Лайма Вайкова, Максимс Галкинс, пи виена галада копа ар мани. Ну, шаду четротни. Es tiešām nebija savā dzīvē iedomājusies. Es pavadīju ļoti labu laiku. Lielāko sarunu es pavadīju kopā tieši ar Maksimu Galkinu, kaut kā man liekas, ka viņš vienmēr aizņem vislielāko ēteru laiku, bet bija ļoti patīkami iepazīties un ļoti jauki.